Прошу прощения. Ты кто и откуда? Я член Ордена Священного Обета. О, прошу прощения, я вижу твой значок. Значит, ты не можешь быть тем чужестранцем, которого мы ищем. Ты можешь пройти.
Прошу прощения. Ты кто и откуда? Я член... О, прошу... Значит, ты можешь... Выглядишь странновато. Доктор? Ты? Нет. О, нет. Если ей срочно... Мне сказали, что пакет с ее лекарством, но никто мне его не дал. Не беспокой. О. Ты что, серьезно? Разве не понятно, что это просто надо сделать? У нас один враг. Оккупанты. Враг может и один, но цели разные. Гильдия гондольеров никогда не будет с вами, головорезами, работать. Голубцы, если мы не будем... Мой ответ предельно ясен. Добрый день. Чёртовы гондольеры! Вечно себе на уме. Мы люди должны... Но мои методы... А ты? Ты... Мне плевать, с кем работать. Ну, я абы с кем не работаю. Найдешь меня в моем укрытии на крыше. Туда можно попасть через таверну. Пароль. Поумерь пыл. Можно... Может, тогда увидим, насколько... Ладно. Встретимся в... Привет, я о тебе наслышан. Расскажи мне о себе. Меня зовут Ульрик. Ну, вообще-то, я сын кузнеца, но я не хочу становиться кузнецом. Что такого плохого в профессии кузнеца? Я всегда мечтал сражаться за справедливость. Мой отец говорил мне, что оружие лучше всего ковать. Мой отец умер, ведь я хочу пойти в стражу. И пока не примут, я продолжу подготовку и буду... Я хочу обучиться. Ну, я не распол... Чем могу помочь? Что такого плохого? Я всегда мечтал. Я хочу обучиться. Ну.
Чем могу помочь? Я хочу... Ну... Чем могу помочь? Я знаю... Правда? Прекрасно. Но я не отдам кузницу своего отца первому встречному. Мне понадобятся либо сертификаты, Разумеется, цена разумна. Какие сертификаты? Тогда покажи мне какое-нибудь доказательство его мастерства. Ну, знаешь, люди... Или на камин ставят. Некоторые кузнецы над камином вешали свои... Мой отец так делал. Вот такую ж... Я заплачу деньгами. Отлично, кузница твоя. То есть, его. Я отправлю... Чем могу помочь? Я хочу... Ну, я не располагаю доскональными знаниями...
Добро пожаловать. Тебе нужны какие-то особые? Да, как раз ищу. Говорят, хотя я сама этого никогда не видела. Похоже, что если их победить, если принесет... У тебя есть... Раньше я взбиралась на крышу, но теперь там тьма тьмущая этих летающих... Если ты уничтожишь все их гнёт... Насчет... Ты уничтожил... Пока еще нет. Да... Я нашла... Волшебное кольцо? Ух ты! Красивое кольцо. Но мне прежде всего интересен не размер кольца, а камень. Если извлечь камень из этого кольца, если у тебя есть, скажем, лунный клинок, я могла бы поколдовать над ним прямо сейчас. Забавно. Мне улучшить твой лунный клинок? Да, пожалуйста. Отлично. Если хочешь, можешь отдать мне... Вот, возьми. Хорошо. Вот твой новый лунный клинок. И он хорош, как никогда. Если найдешь еще одно магическое кольцо... Спасибо. Добро пожаловать. Хочу взглянуть. У меня широкий выбор.